Всем привет, мои друзья, подписчики! И сегодня у нас подводная охота. Выехал на такое вот озеро. Поплаваем сегодня, попробуем кого-то подстрелить. Или щуку, или карпа, или белого амура. Прислали мне, подарили гидрокостюм. Это просто нереально круто. Посмотрите какой. Андрей Чудов, огромное ему спасибо за такой вот просто супер костюм. Давно о нем мечтал. А то бы я себе еще давно бы его бы не купил бы. Огромное спасибо, заходите, ссылку оставлю на его канал, начинающий рыбацкий канал, также много меня смотрят начинающих, заходите, смотрите, поддерживайте друг друга, огромное спасибо. Ну и купил, конечно, все, что необходимо, вот такой вот груз купил, вот такой вот свинцовый, 7 килограмм, просто класс. На плечи, так как когда на пояс оденешь, то устает спина быстро, если ты будешь долго плавать. На защелке, где можно будет его вот снять быстро. Очень классно. А эти дни было настолько ветрено, что на улицу с таким грузом не выходи, а то тебя сдует. Ну и купил, конечно, такую вот маску, уже хорошую, с закаленным стеклом. И трубку, где можно заныривать и не попадает вода. Просто класс. И такое вот подводное ружье бэушное. Конечно, я еще собираю себе купить хорошее какое-то подводное ружье. И ласты у меня старые, там чуть-чуть порванные, я заклеил. Ну, а так, главное, что есть уже гидрокостюм, маска, груз. Что можно сейчас попробовать сегодня, поплаваем, как он, что он. Ну и, конечно, попытаюсь что-то пострелить. Посмотрим, что мне удастся. Сейчас оденем, мне говорили с мылом. Но я попытаюсь так водой. Я взял, конечно, с собой мыло. Если будет плохо одеваться, то я намылю и оденем и так. Ну что ж, пошли. Все, одел. Прикольно так обтянуло тебя. Хорошо, что я держу себя в форме. Так. Я не брал мылом, оно и так хорошо. Попытаемся так сейчас одеть. Ох, тебя задушит. О. Так, его еще нужно уметь одевать. Так. Ох, блин. Застрял. Блин. Или еще водой надо. Во. О. Фу. Да, водой нужно. О. Все, пробую. Первый раз просто, ребята. Как оно, что оно, правильно. Так, застебываем как-то. Жаба такая. Все, одели как-то этот гидрокостюм, говоря, пополам. Ну, нормально, видно, действительно, чуть-чуть намылить себя нужно, чтобы было легко. Так, все, одеваем теперь груз. Это круто, хобби, конечно, а то кто-то недавно спрашивал, какое у тебя хобби? Вы же видите на видео, сколько у меня хобби и увлечений. Мне жаль тех, которые вообще ничем не интересуются. И быстро, и жизнь пролетает. Все, вот так себе застегнули пока ремень. Если там какие-то проблемы, то ремень раз-два скидываем и всплываем. А то как-то у меня разбило, когда я по раке плавал, нырял. И у меня такой металлический садок, кто знает. И я по раке нырял.
И когда я выныривал, уже не было воздуха. И, короче, этот садок зацепился за ветку. Я такой, хоба, главное не паниковать. Приныриваю, там его отрываю от этой ветки и выныриваю потом. А так уже, кто неопытный. Все, одеваю маску. Все, и ласты. И пошли нырять. Так, заряжаем ружье. Все, пошли пробовать нырять. Плохо слышно? Обалдеть просто! Какая красотища! Вау! Эти корни! Вода какая чистая! Окунца хватает, плотвички небольшой. Косяк плавает. Сейчас проплывем чуть-чуть подальше, отдохну. Просто тяжело. Привыкнуть надо к этому. Не все сразу. Ах, тебя так глушит, как будто ты в каком-то вакууме. Класс. Просто обалдеть. Поплавать. Какая водичка обалденная. Ну, там что-то ушло хорошенькое. Или карпик, или амурчик пошел. Щуки пока не видел. Но круто. Фу, супер. Сейчас отдохну и еще поплаваем. We'll be right back.
Есть, ребята! Посмотрите, какого я взял красавца! Амурщика! Блин, я его преследовал! Он уходил так через эти камыши! Я за ним! Еще ружье заклинило, стрелял! Блин! Просто кайф! Поплавал, какая красотища! Ну что ж, еще поплаваем. Может, каких-то раков еще поплыву, посмотрю. Что-то поищем еще. Офигеть, посмотрите, кто-то потерял iPhone 7. Это же вообще ни херово, кто-то попал на бабки. Нифига себе. Не, понятно, что ему жопа уже. Здесь за экраном вода. Блин, это же какой крутой телефон. Понятно, что я себе не покупаю, я хожу уже сколько лет, 4S, айфончика маленький, он мне вполне устраивает, вот так потеряешь, как жалко и обидно будет. Вот это находка, так находка, думал раков поискать еще, посмотрите, или есть. Смотрю, такой телефон лежит. Ни хрена себе. Сейчас я буду стрелять в iPhone 7. Посмотрим, какой он крепкий, как рассказывают, что его переломать нельзя, не боится воды. Ну, он там, вода затекла, наверное, лежал долго. Вот где телефон, iPhone 4S мой, так как много спрашивают, какой у тебя. Маленький, компактный, удобный. Я к нему настолько привык, что и не собираюсь покупать за такие вот бабки телефон, так как на природе там потеряешь или там треснет. Очень обидно будет. Себе с таким маленьким привык к нему. Посмотрите, ребят, я привязал iPhone 7 к дереву. Сейчас буду я стрелять в него. Ну что ж, посмотрим, какой он крепкий. Вот такой вот iPhone, блин. Прострелили его. Посмотрим, что там в середине, интересно. Интересно, что там в середине, что такие бабки загоняют за него. Золото или что? Вот такая вот здесь система, ребята. Ломается очень легко, пускай не рассказывают, что там, блин, супер iPhone. Аккумулятор у них, блин, слабо держит. Или подделка какая-то, наверное, больше всего. А не настоящий. Корпус слабенький. Такой вот iPhone 7. Так, мусор заберем. Ну, конечно, ему жопа в воде был. Здесь все полетело. Ну что ж, ребята, вот такая вот у нас была сегодня подводная охота. Взял такого тамурщика. Уходил я за ним. Красота! Будет в этом сезоне много подводной охоты. И на карпа будем выезжать, и на сома. Уже более таком профессиональном. Уже я в гидрокостюме. Огромное спасибо Андрею, что прислал мне такой вот костюм. Ссылку я оставлю в описании. Заходите на его канал, смотрите, подписывайтесь. А кому понравилось сегодня такое вот видео, как я пострелил такого тамурщика, нашел еще iPhone 7, так нырял за раками, хотел проверить. Кому понравилось, ставь лайк, подписывайся. Всем пока!